Окей. И это был типа ее сон в тюрьме. Или нет, это был сон во сне и... Я не знаю. Да, у напарницы, героини, был одинокий кабинет в подвале. У всех остальных, значит, были просто отдельные кубиклы жалкие, просто одна парта и все, и компьютер. А у нее целый гигантский кабинет с кучей всего, но в подвале. Это был сон во сне. Сейчас будет еще, я не знаю, куда еще хуже. Я все уже просто, я больше... Куда мне... на зеркало, конечно. Здесь надо было закончить... Господи, нет. Если игра такая, то ее не надо было даже и начинать. Нет, то есть шутки про ЛСД были не шутками, правда? Серьезно? То есть вот все это... То есть Блядь, я думал, что это все... Блядь, как это низко-то все, как это убого. Зачем они, блядь, носили с собой всю игру, эту марку дебильную? Зачем? Не, я понимаю, да, что марочки распространенный способ продажи ЛСД. Я просто не... Ну, я даже и не думал, что все эти шутки про ха-ха-ха, ЛСД упарись, что игра на самом деле, блядь, про это. То есть, серьезно, когда у тебя и так уже совершенно упоротое повествование, ты добавляешь туда настоящих наркотиков. Вот действительно, вот. Но зачем? Ну и да, вот мне такое ощущение, что авторы действительно совершенно не вообще не представляют, что такое ЛСД. Ну да, вот верно пишут, что не трип это нифига, это просто какое-то безумие уже начинается. Авторы просто не знали, как им закончить. Знаете, всегда можно закончить, не знаю, какой-нибудь смертью героя. Очень хороший конец. Просто берет и самоубивается, потому что он понимает, в какой он плохой игре. Джеймс так сделал же. Да, я, честно говоря, не думал, что я найду что-то, что может посостязаться с D-Rester по отвратительности всего. Ну, господи, это еще и плывет все, и какое-то ебло. Ну, зачем? Сейчас будет самая большая санина, которую видел в симуляторах ходьбы. Вот что-то вот действительно, чем дальше, тем санина intensifies. Перемещение в Альтмир через бутылочки боярышника. Ага, окей. И что сейчас она как... Ну, я думал, ее понесет вниз по склону, и они как... она как в даунпоре, там, не знаю, приедет.
Джеймс убился в Инвотер концовке, так что там все в порядке. Дирестер вообще цельная по сравнению с этой игрой. Ну вот, блин, вот как бы я ее не ненавидел, но не согласиться невозможно, да. Вот здесь просто какая-то невнятная миша... Что? Чувак, ты чё? Ты чё? Ты, блядь, чё? Братец, вы говорили про Silent Hill Origins, я пришел в концовку Silent Hill Origins! Алесса, это буйвол! Блять, буйвол выбегал на дорогу, это была Алесса все это время! Лиза, за что? Кауфман, за что? Да, я проходил Silent Hill 2 на стриме. Мне мало ЛСД. Давайте я нюхну еще клея. Чего камера качается? Не, я все еще... Ладно. Привет, я мудак. Угу. Потрясающе. И что? И что? 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 Что, 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 блять, что? Окей, теперь я человек-бекон. Почему? Потому что она фоткала себя, она была собой, я проверил. Но потом она уже человек-бекон. Теперь она, наверное, вообще все обитатели городка сразу одновременно. Вау! Certainly leaves room for interpretations. Угу. Теперь я, очевидно, официантка. Теперь я ем какую-то... Не бекон, в общем. Я ем горох. Ты, да кто ты вообще? Да, блядь, вот... Бля, я хотел бы есть картошку, а не горох. Можно я буду есть картошку? Нет, я буду есть... Я ем горох. Я просто, я уже просто не знаю вообще, что здесь происходит. Самое главное, зачем. У меня нет ни единой вообще никакого понимания.
Вот, типа, нам теперь дают ответ. Лукас сфотографировал папашу с его тёлочкой. После этого папаша догнал Лукаса и... Вау, Лора Палмер. Культисты, теперь я культист. Тебе говорили, что концовка с повышением была бы лучше, пишут. Знаете, с чем была бы концовка лучше? Не с повышением, а с повешением. Разработчиков желательно. Я... Режь себя, пожалуйста. Ну, вообще, да, я понимаю, что концовка с повышением была бы пустой, глупой, просто никчемной совершенно. Но... Да, да, такая претенциозная шиза, она... Да, она делает все хуже, да. Пойду не туда. Ладно, давайте, я понимаю, что не надо идти не туда, потому что в этой игре ничего нигде никогда не будет. Да, действительно, если Silent Hill Play Novel кажется более адекватной, вот по сравнению с этим, что-то это действительно говорит. Что-то это нам говорит. Сейчас разобьется ее лицо, да? Здрасте. Я все еще ФБР, да? Угу. Смотри, ФБР. Котира. Котира. Угу. И вот целый этот ключ. Зачем это все было вообще? Дернуть свет? Нет, не дернуть свет. Зачем я сюда пришел? Блять, это... Окей, хорошо. Что-то одно на этом складе цветное. Я уже думал, что если я нашел склад, то я найду и генератор скоро. И вот это будет просто достойное завершение этой игры. Я достал коробку, и теперь я в... И теперь я в подземелье и скринсейвером. Вы знаете, вот этот вот... ну, я хочу назвать это генератором. Потому что это генератор тепла, только старый. Работающий на старом топливе. Окей, я достал шкатулку, не знаю, умирающего отца и положил ее в печь, не глядя. Все? Все? Да. И не, ну это действительно самое отвратительное претенциозное говно, в которое я только играл. Ну то есть всякие Silent Hill, Origins и прочее, они хотя бы были не настолько претенциозными. А, вот как.
Это тоже было в книге мальчика, да, но... Да, это UFO Ending, конечно же, но Silent Hill неизбежен. Это кто, Падме вышла оттуда? Да, отличная UFO концовка. Но тебя в нее не взяли, только Лукас достойный на его концовке. Nope, недостоин. Просто какая-то череда ебанутого шизоговна. Ничего хорошего в игре нет. Авторы не могли понять, как закончить игру, и запихнули все. Да, я тоже так думаю, что все, все просто, что могло в голову прийти. Культисты, инопланетяне, трипы, самые какие-то наркотрипы, вообще все, просто все. Все и ничего одновременно. Ну да, ну просто в том-то и дело, что в игре ничего и толком и не было. Она ничего вначале не успела дать... of substance. Как правило, какие-то такие, ну, да, трипы, галлюцинации, фантазии, да, они все на чем-то основываются. Мальчик просто ушел из города. Нахуй пошел, Лукас, блядь, ты никому не нужен, иди, блядь, пешком дальше в мудир. Они все должны на чем-то основываться, да? Мы вначале должны как-то проникнуться персонажами, их ситуацией, то, в чем они вообще погрязли. И потом, потом, если начинается что-то такое, оно работает. Ну, как в фильме «Бразилия», например. Здесь... А, ну отлично! 30 Flights of Loving! Отличный пример! Отличный, блядь, пример! Да! Whose inspiration illuminates this work? Абсолютно! 30 Flights of Loving — это менее претенциозный, но такой же кусок говна, без реплик, с ебанутым монтажом, с еще более уебищной графикой, с примерно таким же отсутствием смысла. Без такой шизы, ну, это явно просто разработчики вот этого Virginia решили накрутить побольше этого. Но у меня мысли исключительно про 30 Flights of Loving, которую я тоже пробовал, потому что ее невероятно хайпали. Это была просто бесконечно обдроченная игра. Не, только это не игра, это ролик. Это просто, блядь, какой-то говноролик на 15 минут, в котором нет ничего. То есть, просто вот, просто пиздос какой-то. О чем эта игра, я вот сам не понимаю. Но нет, я также, у меня не было особого понимания в 30 Flights of Loving. Я даже ее дважды, вот ее я дважды прошел, потому что хотя бы на 15 минут. Я надеялся, что я что-то пойму, что я что-то смогу сопоставить там одно с другим. Nope. Не, я больше всего, то есть на этом я заканчиваю, то есть и все, это все, что я сегодня хотел, поиграть, и, ну, да, да, действительно, мы только что посмотрели худший, ну, Walking Sims, слэш, там, я не знаю, сюжетный, безгеймплейный инди, по-моему, из всех, которые есть, я не думал, что что-то переплюнет The Raster, но... При всей моей ненависти к этой игре, я понимаю, что моя ненависть к ней, она во многом, ну, основывается на тексте игры, который мне субъективно очень сильно не нравится. И у других людей, возможно, он не будет вызывать такого же яркого отторжения. Но здесь... Ну вот это... Просто...
Это просто пиздец. То есть, да, игра длится всего пару часов. Может быть, если не обследовать все, не тыкаться во все, как я это делал, может, скорее всего, еще полтора. Но она успевает утомить ужасно. И... да. То есть, я даже не знаю, куда хуже. Кстати, игру, как можно видеть, вот мы говорим инди, но, блин, она под издателя делалась. 505 Games, это все-таки издатель. Ладно, они, наверное, просто захотели себе арти-фарти релиз какой-то в портфолио. Да, сложно после этого что-то ругать. Вот уж правда. Знаете, вот каждый раз играешь в Silent Hill и думаешь, господи, какой ад, куда хуже. Четвертый, господи, какой ад, куда хуже. Homecoming, какой кошмар. Origins, ну все, это дно. Нет, Play Novel еще и пробивает новое дно. Орфан пробивает новое дно, а потом ты просто играешь в Вирджинию и... Как вот я недавно ретвитил картинку, на которой замечательное утверждение такое, да, что вокруг так много пиздеца, что уже охуеть не получается. Так вот, все эти игры, вот эти вот Silent Hill и Вирджиния, собственно, да, вот, я не знаю, надо ли им говорить спасибо, мне кажется, не стоит, но с ними охуевать не получается просто остановиться. Смотри в киностриме The Room. Я понимаю, что мы просто все знаем его. Ну, то есть этот фильм. Мы его по цитатам уже там. О, hi, Mark. Поэтому... ну, если, может быть, когда-нибудь. Но я для начала, наверное, все фильмы по играм пересмотрю. Нет, Нила Брина, пожалуйста, тоже не надо. Мне хватило того разбора фильмов Нила Брина. Они замечательные, я был очень рад. Но это все то, что пускай по таким вот фильмам, как The Room и работы Нила Брина, пускай делают свои ролики профессиональные чуваки, которые на этом собаку съели и буйвола. Вот. И... в общем, да. В среду я должен стримить Another World, и, наверное, я флешбэк затрону тоже. Просто я не хочу флешбэк целиком проходить, я хочу его затронуть. Но это в первую очередь будет Another World, я думаю. Вот. И... наверное же, да, в среду я анонсирую, что как у меня будет на праздниках новогодних. Мне просто там надо работать. Я просто еще не знаю, в какой именно день. Или 2-го, или 3-го я работаю. Значит, или 2-го, или 3-го, наверное, постримим. Ну, посмотрим по ситуации. Вот. Я искренне надеюсь, что это самая худшая игра, в которую я играю в последнее время. Хотя, конечно, не очень я надеюсь на то, что Killer 7 будет сильно лучше, но ладно, поглядим. Zero Escape стримить я не хочу, она очень длинная. Очень. И нет. Она сюжетная, и сами все в нее поиграют, когда она выйдет на ПК. Блин, когда просмотр Лейн, вот теперь у меня уже, блин, честно говоря, нет ответа. Я думал, что у меня будут зимние каникулы, у меня их не будет. Так что... сравнение флешбеков? Не, вряд ли. Я не очень так. Я просто думал, что будет сцена после титров, потому что это тоже было бы несколько артси-фартси, но я думаю, что я... ну, значит, нет так нет. Значит, на этом мы и закончим. Вот, в автосимах нет. Я симулятор как раз авто не люблю. Для меня авто — это аркадные гонки, желательно с возможностью всех убить. Так что нет. Вот. Ну, да, ничего после титров нет. Ничего до титров тоже ничего нет. Вот в чем особенность этой игры. Ой, ладно, на этом я заканчиваю. Завтра запишем подкастик, новый выпуск. Я надеюсь, что все пойдет по плану.
в среду постримлю Another World, и потом в следующем году уже посмотрим, что как. Вот. Это была Вирджиния, это было отвратительно. Одна из худших игр, которые я видел в этом году. Худшая игра жанра, наверное, и да, и вообще. Спасибо, что терпели этот ужасный ад вместе со мной. И, ну, до скорых встреч.